When it comes to fighting climate change, we often think about planting more trees. But coastal wetlands, like these salt marshes here in southwestern Ireland, capture and store carbon even better than tropical forests. Are we overlooking a climate change solution that's right under our feet? С каждым приливом волны Атлантики омывают болота ирландского острова Дерримор. Но это не только красивый пейзаж, это место – натуральный поглотитель углерода. Исследовательницы из Университетского колледжа Дублина пришли сюда, чтобы выяснить, насколько эффективно болота помогают удалять углерод из воздуха. Salt marshes are tidally inundated habitats, so they're low-lying, and the plants that live here, they need to be able to tolerate the salty conditions and also the waterlogged conditions that actually make salt marshes good at storing carbon. Все растения поглощают СО2, чтобы расти, но на суше они при разложении отдают большую часть углерода обратно в атмосферу. Болотные же травы, благодаря соленой воде, разлагаются медленнее, что помогает удерживать углерод в почве. Если копнуть на полметра, можно увидеть корни и стебли. Это углерод, который сохраняется уже столетия. We're trying to really get a sense of exactly how much carbon is being stored in this habitat, and then we can propose different ways of managing these habitats so that they can continue to store carbon. Главный инструмент этого исследования – башня для измерения вихревых потоков. Это чувствительный прибор, который отслеживает обмен газами между почвой и атмосферой, показывая реальное количество углерода, которое способно накапливать болото. What we calculate here is the fluxes of carbon dioxide and water vapor. We are seeing CO2 uptake during the daytime because of photosynthesis, and then carbon dioxide emissions at nighttime because of plant respiration. Это процветающее болото улавливает больше углерода, чем отдает, но для этого условия должны быть сбалансированными. Не слишком влажно и не слишком сухо. When the systems get flooded, they really struggle to continue to work properly. In the other extreme, if we drain the ecosystem for, say, agricultural use, that really detrimentally affects the system and releases a lot of carbon. Если прибрежные водно-болотные угодья будут разрушаться, они могут превратиться из поглотителя углерода в источники его выбросов, усугубляя изменение климата. Coastal wetlands around the world are under threat by development, agriculture, and also sea level rise. Within Ireland particularly, we have lost a lot of salt marsh habitat over the last number of years, but also in globally, that's true as well. And it's true for mangrove forests, and it's true for seagrasses as well. Осушение болот приводит к разложению органики, накопленной веками. Примером служат голландские польдеры. Под этими зелеными полями в Северной Голландии лежит торфяник, по сути, старое болото. Чтобы сохранить землю сухой для дойных коров, особенно когда она находится почти на 5 метров ниже уровня моря, воду приходится непрерывно откачивать. Но этот участок был повторно заболочен, и теперь из-за слоя воды примерно в 15 сантиметров поднимается рогоз. Поскольку почва больше не подвергается воздействию кислорода, она выделяет гораздо меньше СО2 из-за разложения торфа. Альдерт ван Вейерн, который проводит этот эксперимент, считает, что рогоз может стать более экологичной альтернативой традиционному молочному скотоводству. Amount of carbon which is attached on 1 liter milk produced on these meadows is about the same emission as burning 2 liters of benzene, petrol, in your car. The moment you re-wet, there is no carbon emissions coming from this area anymore. But then you can't have cows running around and grass, so you see a different crop. And instead of being a dairy farmer, I am now a fiber farmer. Рогоз – растение от природы прочное, гибкое и устойчивое к гниению. Альдерт ван Вейерен видит большой потенциал в его волокнах – от нетканых материалов до более экологичных строительных и упаковочных. It's almost impossible to crank it like this. You can try what you like. You can even stand on it. So it has a very stable structure because of these cells and a sponge system in there. And that makes it a good building material and a perfect insulation material. And that's what we think
will be the future of farming, these kind of things, is making nice building material for the city of Amsterdam in the background. Возможная финансовая поддержка такого сокращения выбросов и восстановления естественной среды обитания поможет сделать подобное землепользование экономически выгодным в долгосрочной перспективе. К тому же новые легкие машины могут масштабировать болотное фермерство. This is made of just chopped cattail, layers on top of each other, and as a binder we use magnesium oxide. It's not burning, it's self-supporting, and it's an insulator. And those cellulose fibers mixed with water gave you this kind of boards, just made from pure plant fibers without any binder. This is a hydromechanical binding. People don't believe it, but it's true. It works. Но прибрежное улавливание углерода не ограничивается только сушей. Оно происходит и под водой. Это лагуна в итальянском регионе Эмилия-Романья, естественная среда обитания, используемая для разведения рыб. Заросли морской травы – не просто идеальная экосистема для мальков. В глобальном масштабе подводные растения улавливают 10% всего углерода, захороненного в океанических отложениях. Полвека назад все местные лагуны были покрыты морскими травами. С тех пор большая часть этих растений погибла. Теперь проект Life Transfer, финансируемый Евросоюзом, занимается пересадкой выживших трав в соседние лагуны вслед за успешным пилотным проектом вблизи Венеции. Bisogna invertire il processo, arrivare a una fase in cui invece ci sia in espansione, come è successo alla laguna di Venezia, per cui abbiamo un buon esempio di successo che vogliamo esportare in tutto il Mediterraneo e non solo, in tutta Europa. Под руководством Грациана Карамори исследовательская группа разработала метод, который позволяет морской траве обрести новый дом. Они берут образцы травы с донорского участка и быстро перемещают их на другое место с похожими условиями. Цель – увеличить шансы на то, что эти подводные растения превратятся в пышные морские луга. Это должно привести к очистке воды, уменьшению береговой эрозии и созданию новых убежищ для водной фауны. Работа ведется в Италии, Греции и Испании. Sicuramente noi faremo un enorme regalo all'ambiente perché migliora la biodiversità dell'ambiente, ma faremo un regalo a noi stessi perché aumentiamo la capacità di sequestro di anidride carbonica e di conseguenza si riesce a dare un piccolo contributo alla lotta contro il cambiamento climatico. От прибрежных солончаков до подводных лугов многие решения климатической проблемы лежат, если не на поверхности, то не слишком глубоко.